Полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта между двумя знакомыми в центральном районе. Ночью с ножевыми ранениями в больницу доставили 57-летнюю женщину. Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась ее знакомая, которая, как выяснилось, оставила на время ей свою кошку. Однако, когда вернулась, оказалось, что животное убежало. Между приятельницами возникла ссора, в результате которой потерпевший предстоит лечение, а хозяйке кошки грозит уголовная ответственность. Более 1,5 миллиона рублей за прошедшие сутки лишились трое жителей Волгограда и области. 42-летняя работница завода поверила мошенникам, которые внушили, что на нее незаконно хотят оформить кредит, и потеряла свои почти 300 тысяч рублей. Преподавателю из Камышина аферисты предложили разоблачить мнимых мошенников почти за 900 тысяч рублей. А механик из Ворошиловского района поверил брокеру из интернета и вместо обещанного инвестиционного дохода лишился более 400 тысяч рублей. Гражданам следует проявлять бдительность и помнить о таких уловках мошенников.